Всем привет, меня зовут Николай, и я занимаюсь программированием Python на Майнкрафте. Я занимаюсь уже примерно 9 месяцев, вот, и сегодня я бы хотел бы вам рассказать про свой проект Spliff. Моего учителя зовут Даниил Лукьянович. Итак, рассказываю про проект. Мой проект состоит из того, давайте я вам разверну код полностью. Мой проект состоит из того, основу я взял как проект «Железное облако». Вначале мы скопировали все библиотеки, поставили game true. Вначале нам будет печататься «Добро пожаловать в Spliff». Твоя задача — набрать как можно больше баллов, собирая алмазы и не падая с платформы. Ну, соответственно, суть игры понятна. Итак, давайте я тогда, получается, буду открывать Spliff. Важное дополнение. В этой игре Spliff под нами уже не будут пропадать сразу блоки. То есть мы будем сначала просто бегать, а потом уже на нас начнет сыпаться динамит. Вот такое мини-добавление. Давайте разверну код, чтобы вам было все видно. Так, получается... Все, итак, начинаем. Сейчас я быстренько пропишу команду time set day в Майнкрафте, чтобы все было светло и вы все видели. Итак, запускаем наш код, соответственно. Запускаем, и нас телепортируют на платформу. Берем сразу меч в руки, ребятки. И сейчас будут появляться алмазные блоки. Так, погнали, касаемся первого, ждем, пока появится второй, касаемся второго. И после определенного количества набранных баллов у нас начнет на нас сыпаться TNT. Так, еще один блок, где... Ага, все, вот здесь. Хорошо. Здесь. Так, здесь. Вот, начинает сыпаться динамит. Как я и говорил. Так, подождите, а где алмаз, точнее? Так, сюда. Отлично. Так, подождите, стойте. А где? А вот он. Нет. А, все, отлично. Он появился обратно. Так. Ну и вот, допустим, сейчас я такой беру еще один алмаз такой, бегаю тут, и меня резко подрывает динамит. И мы падаем, и у нас выводится в чате итоги. Набрано баллов 12, ты продержался 39 секунд. Итак, что же, получается, игра окончена. Давайте даже еще раз покажу проект, то, что вот как он устроен. То, что если позиция по Y меньше 200 блоков, потому что изначально нас закидывает на высокую позицию, на которую уже, получается, вот как раз-таки идет позиция по Y. И если наша позиция по Y меньше 200, то у нас появляется надпись «Тебя скинули», и наша игра прекращается. И еще я хотела рассказать про свой проект, то что я в нем изменил как раз-таки речь, которая нам будет писаться в чате. Ну вот, взял, опять же, за основание проект «Железное облако». Материал есть на YouTube, посмотрите, пожалуйста, этот канал как раз-таки по пикселю. Итак, то есть получается... Здесь у нас в коде есть функции if, while, true, цикл, вот, и получается три переменные: timer, points и count, то есть число, время и очки, которые мы будем получать за касание алмазных блоков. Также в моем проекте присутствуют вот дальше, ребята, то, что если у нас число, которое мы получили, достигло 2, то таймер у нас прибавляется плюс 1 секунда к таймеру. Опять же, у нас на таймере есть время. Если мы какое-то время, получается, не будем собирать алмазы, то у нас закончится время, и мы также проиграем. Прибавляется плюс 1 секунда. И у нас пишется в чате то, что время, и прибавляется такое-то количество к времени, и становится вот такое время. Также я хотел изначально сделать не из блоков железа платформу, а из блоков снега, потому что как бы Spliff, если вы знаете, Spliff — это игра со снегом, вот, но у меня не получилось, так как код не хотел по какой-то причине запускаться, и все-таки я сделал из железа. Также у нас в коде присутствует функция RandomRendered. Ну и на этом, собственно, все. Я показал свой проект. До скорой встречи!